Стартовало тестирование обновления 1.23, с чем я вас и поздравляю на супертест. Что интересного внутри? В режиме «Натиск ледяной волк» обновлен список арендной техники. Появились новые карты, малиновка, ласвили, студзянки. А еще новые награды. Большое обновление в режиме «Полигон». Он становится доступен для всех уровней техники. Доработана логика поведения ботов для карт. Рыбацкая бухта, аэродром и Малиновка. Значительно увеличена награда в кредитах и опыте за бои. Сами карты перераспределены по уровням боев. Также продолжается работа по ребалансу техники в целом. Например, Великобритания, концепт номер 5. Наконец-то обладатели концепт 5 услышали. Если все останется на уровне супертеста, танк станет хоть немного конкурентоспособным перед своими одноклассниками, конечно. Время перезарядки орудия изменились с 11.7 до 9.6 секунд, уже получше. Максимальная скорость движения вперед изменена с 65 на 70 км в час. Вот это правильно. А то его КС-63 делал как щегла в турборежиме. В общем, увеличили мощность двигателя с 580 до 680. Ну, а теперь Германия, Шварцпанзер 58 и его клоны. Всячески 8 уровня. Время перезарядки орудия изменили с 8 до 7,1 секунды. Мощность двигателя изменили с 600 до 660 лошадиных сил. Як-Пантера 2. Усилено бронирование ВЛД корпуса со 100 до 120 мм. Прочность машины изменили с 1150 до 1350 единиц. Так, что у нас по СССР? Добавлен танк И-3. Его ТТХ вы сейчас можете на экране видеть. Танчик 4 уровня. Объект 599 уровень. Произведена замена местами снарядов. Базовые снаряды бронебойные сделали. Специальные под калибр сделали. Увеличили скорость полета снарядов с 895 до 1015 метров в секунду. Зачетно. Объект 283. Танчик 9 уровня тоже. Время перезарядки орудия изменили с 9.39 до 8.9 секунд. Время прицеливания орудия изменили с 2.5 до 2.1 секунды. А теперь я вам историю расскажу. Очень страшную историю. Вот проснулся один раз разработчик, и говорит: бля, как же мне насолить этим танкистам? Ненавижу их, да, просто до глубины души. О, придумал, сделаю объект 261 вариант 4. О, да. Ну и, видимо, чтоб не бухтели, время перезарядки орудия немножечко увеличили с 28,5 секунд до 32 секунд. Но зато по тихой грусти время перецеливания орудия с 5 секунд до 4,2 сделали. Вот такие любители артоводы. Очередное сумасшествие от разработчиков. Ну и США добавили тоже танк. Конвой медиум 4 уровня. ТТХ на экране может прочитать. Т-34, 3 его варианта 8 уровня. Разброс орудия от движений и поворота ходовой уменьшили на 20%. Круто. Время перезарядки орудия изменили с 15 до 13,9 секунд. Время прицеливания орудия изменили с 3,2 до 2,7 секунд. Реально, стоит присмотреться. Франция! Лорейн 50 тонн 9 уровня. Прочность машины изменили с 1750, а ее мало было действительно, до 1920 единиц. Ну не особо, но хоть что-то. Хотя там много нюансов, которые можно апнуть. АМХ-CDC. Время перезарядки орудия сократили с 7,3 до 6,2 секунд. Ну, не все сразу, да? Чехословакия. Добавлен танк Татра Т-3. 4 уровень. Тоже ТТХ видите на экране. Будет чем порезвиться на маленьких уровнях. Спасибо, кто оставил комментарии под видео. Чего-нибудь разыграем обязательно там. Подписывайтесь на канал, друзья. Заглядайте на стримы. Буду ждать вас с нетерпением.